Всем привет, рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня будем делать вот такую прическу. Этот образ в стиле глэм-рок или глэм-панк. Первое, что нужно сделать, это хорошенько расчесать наши волосы, потому что волосы нам нужны будут прямые, чтобы они ни в коем случае не путались. Отделяем переднюю часть волос. Объем определяйте сами, это нам нужно будет для того, чтобы сделать небольшой начес. Хорошенько волосы прочесываю, отделяю от оставшейся части. Остальные волосы просто беру и собираю в высокий хвост. Хорошенько прочесываю все волосы, чтобы все было ровненько, нигде ничего не торчало. Подсобрала волосы с одной стороны, теперь хорошенько соберу волосы с другой стороны, чтобы с этой стороны тоже все было аккуратненько. Теперь все эти волосы собираю в хвост, взяла свою как бы невидимую резинку и собрала в высокий хвост. Сразу расчешу волосы, потому что волосы нам потом пригодятся очень гладкие и совершенно не запутанные. Переходим к передней части волос. Опять же, хорошенько все прочесываю. Запрокидываю волосы назад и формирую из этих волос небольшой объем. Хочу, чтобы этот начес получился не прямой, а немного изогнутый. Если вам не нравится такой, то вы можете сделать обычный начес. Разглаживаю и придаю ему форму. Сразу все это сбрызну хорошенько лаком. Но не перестарайтесь, я немножко тут перестаралась, и волосы стали колом. И оставшиеся волосы собираю тоже в высокий хвост, присоединяя к остальным волосам. Вот что у нас получилось. Теперь расчешем хорошенько все волосы, разделяем на две части. Из этих волос мы сейчас будем плести косичку, которая называется рыбий хвост. Плетется она очень просто. Из первой большой части волос мы берем маленькую прядку и добавляем во вторую. И так поочередно заправляете маленькие прядки вниз. Сначала первую, потом вторую. Добавили из одной. Теперь добавим маленькую прядку из второй. Периодически косичку нужно затягивать, чтобы она приобрела у нас форму. Я забыла закрыть резинку прядкой волос, вы обязательно это сделаете, чтобы прическа казалась еще более аккуратной. Далее просто доплетаем до конца все волосы в косичку. Закрепляем косичку внизу резинкой. По бокам сбрызну волосы лаком, чтобы весь пушок пригладить, чтобы все было ровненько. И расправляю немного косичку, чтобы придать ей объема. Вот и все, наша прическа готова. По-моему, очень яркий и необычный образ. Всем огромное спасибо за внимание. До скорых встреч в следующих видео. Всех целую, всем пока-пока.